К нам подключается военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, студент. Итак, после 2 месяцев ожесточенных боев воины 47-й отдельной механизированной бригады прорвали российскую многоэшелонированную линию обороны и зашли в село Работино на Мелитопольском направлении. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке сама бригада. Какие перспективы открывает освобождение этого села для вооруженных сил Украины и чем это чревато для российских оккупантов? Ну, нужно понимать, что перспективы однозначные. Эти перспективы называются прорыв обороны противника и выход на оперативный простор. Да, противник создал там мощные линии укреплений, но любая линия укрепления, она имеет смысл только тогда, когда она обороняется высокомотивированным, подготовленным личным составом в достаточном количестве. И если этот личный состав в достаточном, опять же, количестве обеспечен всем необходимым. А с этим у противника проблемы, потому что мы продолжаем давить на логистические составляющие обороны противника. Мы уничтожаем их базы и склады, и они просто физически не могут насытить эти линии обороны уже достаточным количеством личного состава. А с выходом наших подразделений на Работино и расширение так называемого коридора мы увеличиваем зону давления на линии обороны противника. То есть, если простыми словами, противник не всегда может понять и увидеть, на каком направлении будут сосредотачиваться основные усилия по прорыву его обороны. Таким образом, выход на Работино говорит о том, что мы продолжаем вести наступательную операцию, продолжаем вести ее успешно, несмотря на очень сложные условия проведения этой операции. Какая сейчас обстановка, что происходит возле ранее освобожденного Купинска? Российские паблики накануне писали о том, что якобы украинские военные покидают город. Местные власти этот вброс однозначно опровергают. Что вам известно? Ну, то, что известно, что противник продолжает давление на этом направлении, то есть они любым способом пытаются прорваться к городу и выйти хотя бы на уровень Купинск-Узловой, на эту линию. Бои продолжаются, наши войска удерживают оборону, и говорить о том, что мы покидаем город, ну, было бы очень преждевременно. Но нужно понимать, что противник не ослабевает свое давление на наши позиции, имея целью на данном этапе отвлечь как можно больше резервов, как они предполагают, на это направление. Но насколько им это удается, вы сами видите. То есть они могут только на словах взять Купинск. В Пентагоне заявили о том, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские партнеры не успевают. Скажите, отразится ли это на сроках подготовки пилотов? Если да, то как? В принципе, не сильно отразится, потому что темпы, вернее, период обучения остается тот же самый. Единственное, что мы можем увеличить одновременное количество личного состава, который обучается на самолетах. То есть мы можем иметь, знаете, большую скамейку запасных, то есть подготовить большее количество и летчиков, и технического персонала. Нужно понимать, что цикл обучения – это как бы установленная программа, и она требует определенного времени. То есть речь идет о количественном увеличении нашего личного состава, который будет знать, как управлять и обслуживать F-16, но по срокам оно не сильно изменится. Потому что здесь нужно понимать, что речь идет не только о подготовке личного состава, но и о подготовке соответствующей инфраструктуры уже непосредственно в Украине. Мы часто говорим об истребителях F-16, что это даст Украине, как это изменит ситуацию на фронте. Если конкретно, что это даст российским оккупантам, как это отразится на их положении? Ну, знаете, тут очень сложно сказать, что это конкретно даст и как отразится на российских оккупантах, потому что нужно понимать, о каком количестве и о каком качестве использования этих самолетов мы говорим. В любом случае, увеличение нашего самолетного парка даже на несколько единиц на начальном этапе, оно позволит нам выполнять боевые задачи в более расширенном спектре с увеличенными возможностями. Опять пока еще трудно говорить, какое конкретно вооружение нам будет передаваться
вместе с F-16, какие задачи мы будем выполнять. Потому что F-16, знаете, он достаточно многоцелевой самолет и может выполнять очень широкий спектр задач от перехвата и противовоздушной обороны до нанесения ударов в глубину территории противника, ну и, безусловно, уничтожения воздушных целей противника над полем боя или в других направлениях. Что это может дать? В общем-то, ну, посмотрим. В частности, если мы говорим уже о максимальной возможности использования этих самолетов, то мы перейдем на совершенно другой уровень проведения воздушно-наземных операций, то есть во взаимодействии с сухопутными войсками, во взаимодействии с той техникой, которая нам передана союзниками, мы можем значительно, подчеркиваю, значительно и в разы увеличить эффективность использования этой техники, и это означает, что темпы освобождения наших территорий будут значительно ускорены. Ну вот, к слову, об F-16, один из главных ртов российской пропаганды, Владимир Соловьев, на одном из недавних своих эфиров кричал о том, что передача Украине F-16 союзниками будет означать начало ядерной войны, что это очередной переход красных линий. К слову, все мы прекрасно понимаем, что количество и место расположения этих красных линий в Российской Федерации неизвестно все же. Я думаю, что и самому Соловьеву в том числе. Но он призывает бить ядерным оружием по местам вылета F-16, по тем аэродромам, которые находятся в странах-союзниках Украины. Как вы думаете, насколько эти истерики эфирные того же Соловьева и остальных пропагандистов, насколько это просто истерики, а не реальная угроза? Ну, вы знаете, насколько это истерики, давайте скажем так. Во времена Холодной войны Советский Союз, который имел, ну, как бы в разы больше военный и экономический потенциал, даже не выстрелил в сторону НАТО. Что уж говорить сейчас о состоянии России, которая, ну, просто физически не может угрожать странам НАТО, если мы говорим о возможностях нанесения ядерных ударов по аэродромам на территории стран-членов НАТО. То есть, кроме Соловьева, другие люди, они прекрасно дают себе отчет в том, что любое действие против страны НАТО приведет к тотальному уничтожению Российской Федерации, ее военной структуры и боевого потенциала. Поэтому это не более чем истерики. Плюс нужно понимать, что Российская Федерация, она, а, не имеет опыта использования ядерного оружия, б, это просто нецелесообразно. И все прекрасно понимают, что даже если гипотетически, подчеркиваю, чисто гипотетически, мы предположим, что противник нанесет удар, допустим, по аэродрому где-то в районе Строя, то это будет рассматриваться как нападение на страны НАТО, потому что сами понимаете, что ядерное облако, если можно так сказать, может зацепить эти страны НАТО. А это опять же будет рассматриваться как нападение на страны-члены НАТО. Поэтому это не более чем истерики, причем истерики человека, который теряет буквально на глазах связь с реальностью. Беларусь выполнила все процедуры для вступления в силу протокола о безразрешительных грузоперевозках с Ираном. В этом сообщается в соответствующем постановлении правительства. Как вы думаете, что это означает? Может ли это значить то, что теперь беспилотники с Ирана будут идти в Россию через Беларусь абсолютно безбарьерно и беспроблемно? Ну, в принципе, да. Можем предположить и такое, что беспилотники будут идти по этому направлению. То есть сейчас мы видим ситуацию, когда это взаимодействие и сотрудничество России и Ирана пытается расширить эти рамки взаимодействия, то есть увеличить количество путей, по которым вооружение из Ирана может поступать на территорию Российской Федерации. Здесь мы видим еще и белорусское направление. Говорить о том, что это будут только беспилотники, ну, вряд ли можно, потому что Иран заинтересован немножко в других видах продукции, которая может идти и из Беларуси, и в Беларусь. Таким образом, в общем, да, мы можем говорить о том, что есть вероятность, подчеркиваю, есть вероятность того, что Россия будет получать беспилотники, а возможно и другое вооружение по этому вновь образовавшемуся каналу. А как вы думаете, в чем необходимость этого канала, если до этого Иран, ну, вполне спокойно, чуть ли не непосредственно в Москву отправлял борты с беспилотниками?
Ну, вы знаете, стойкость и беспрерывность системы обеспечения, она заключается в том, что расширяется, увеличивается количество каналов, по которым тот или иной груз может поступать в ту или иную страну. То есть здесь мы видим просто увеличение дополнительного канала, ну, образование, извините, другого нового канала, по которому некий товар, давайте называть это так, может поступать и в Беларусь, и в Российскую Федерацию. Нужно понимать. А если говорить совершенно объективно, давайте будем откровенны, Беларусь — это оккупированная территория, то есть фактически Россия создала для себя новый канал поставок вооружений и боевой техники, а возможно и других товаров для себя в первую очередь через территорию Беларуси. Скажите, Сергей, отслеживаете ли вы то, что происходит на территории Республики Беларусь сейчас, в частности, деятельность наемников из ЧВК «Вагнер» там, и что можете сказать о потенциальной угрозе для стран Балтии со стороны белорусской территории непосредственно? Да, да, безусловно, отслеживаю, и, в общем-то, мы видим ситуацию, при которой довольно значительная часть наемников покинула территорию Беларуси. А, в общем-то, мы понимаем, что это ни на что не влияет, и напряженность и угроза для стран Балтии и для Польши сохраняется. Наши союзники это прекрасно понимают, я имею в виду страны Балтии и Польшу, и делают все возможное для того, чтобы усилить свои восточные границы. Мы прекрасно понимаем, что речь, конечно же, не идет о том, что, например, колонна вагнеровцев, например, будет прорываться так называемым Сувалдским коридором. Это бессмысленно и совершенно безнадежно. Но речь идет о том, что под видом или под прикрытием так называемого мигрантского кризиса отдельные группы вагнеровцев или даже индивидуально вагнеровцы могут подсачиваться на территорию сопредельных стран, создавая, знаете, такие гнезда или группы вероятных для подготовки вероятных террористических актов. Поэтому сейчас и Латвия, и Литва, и Польша, они проводят дополнительные мероприятия, перебрасывают туда дополнительные контингенты войск, сил безопасности и полиции для того, чтобы минимизировать такую угрозу. Но такая угроза сохраняется, и как бы она является достаточно зримой, особенно если учитывать то, что в Польше в октябре будут проходить выборы, и угроза того, что на польской территории могут быть совершены некие террористические акты, не исчезает. Ну и плюс не забываем о том, что на территории, собственно, оккупированной Беларуси находятся достаточно серьезные объекты, которые могут быть использованы в качестве политического шантажа, в частности, белорусская атомная станция. Кто знает, какие идеи бродят в головах кремлевских вождей или их белорусских приспешников, мы не можем исключить вероятности того, что вагнеровцы, которые позиционируются как некое самостоятельное подразделение, не захватят белорусскую атомную станцию для того, чтобы осуществлять шаги политического шантажа там. Поэтому ситуация с вагнеровцами в центре нашего внимания, мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси. А что вы думаете об идее России затапливать паромы для того, чтобы уберечь, защитить Керченский мост? Об этом сообщило Главное управление разведки Украины. Ну, нужно понимать, что есть такое понятие, как пассивная оборона и защита, и к элементам пассивной защиты, физической защиты относятся и затопленные корабли, которые создают просто барьеры, непроходимые для наших надводных дронов. Ну и кроме этого, насколько я помню, Россия еще пытается и создает так называемые заградительные сети на пути, на подходах к Керченскому мосту, дабы уберечь этот объект от атаки с воды как минимум. Но, вероятно, россияне пытаются использовать и другие виды защиты. В частности, они, скорее всего, усиливают противовоздушную оборону. Но нужно понимать, что такой массивный объект, он все равно является объектом поражаемым, и уберечь каждые 19 километров этого сооружения, ну, будет достаточно сложно. А для нас не имеет принципиального значения, в каком месте будет нанесен удар. Спасибо вам большое, Сергей, за то, что нашли время пообщаться с нами в такое раннее время. С Сергеем Грабским говорили о ситуации на фронте, о происходящем в Беларуси и об обучении украинских пилотов на истребителях F-16. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.